Несмотря на небольшой юбилей, гимназия детского сада имени Сулеймана Демиреля муниципия Камрад может похвастаться уже своими выпускниками. Ежегодно учебное заведение подготавливает к обучению в школе ребят. Число воспитанников становится все больше. В этом году к пятилетнему юбилею воспитанники гимназии детского сада имени Сулеймана Демиреля муниципия Камрад подготовили стихи, пели песни, исполнили молдавский танец. Дети – наши цветы. Мы их любим, дарим им красоту. Любите их, и в ответ получите такую же любовь, отметила директор гимназии детского сада имени Демиреля муниципия Камрад Ольга Табакарь. Если в школе у нас есть конкретные праздники, то в детском саду каждый месяц у нас праздник. Поэтому приходите к нам, если у вас душа требует радости, веселья, приходите к нам, и вы улыбнетесь 15 минут, 20 минут, но это будет от всего сердца. В любой месяц вы можете прийти, мы всегда имеем, что вам показать. Председатель Камрадского района Иван Топал отметил, что в учебном заведении созданы прекрасные условия для обучения детей. Прекрасно оснащены здесь помещения. И для детей видно, что создается уют для того, чтобы родители могли привести сюда детей и совершенно не переживать, что в течение дня с ними ничего не случится. А они получат хорошее воспитание, подготовите их, дадите нормальную основу для того, чтобы они пошли потом в школу в начальный класс. Гимназия рядом. Воспитанников гимназии детского сада имени Сулеймана Демиреля обучают профессионалы в своем деле. Они дают ребятам знания и окружают их заботой. Работают у нас 10 педагогов и 12 недидактического персонала. Всем детям очень рады. Дети, воспитатели дают знания нашим детям, умения, навыки. Поэтому нашему садику желаю процветать, всем педагогам здоровья, терпения и успехов. Гимназия «Детский сад» имени Сулеймана Демиреля муниципия Камрад был основан в феврале 2017 года. Детский сад рассчитан на 100 мест. Елена Радкогла, Григорий Ставилов, Артем Топал. Новости ГРТ.